Приветствую всех! И сегодня я бы хотела записать для вас видео, рассказать, просчитать весь маркетинг-план компании Redox. На наших вебинарах вам показывают наши слайды, говорят доходы, но там нет четкого просчета, поэтому я хочу сейчас вам просчитать все прямо на калькуляторе. Именно возможность то, как мы работаем командой и какие же доходы на самом деле вы все-таки получите. Итак, добро пожаловать к нам в Redox. Поехали! Первая площадка. Вход в эту первую площадку – это проект биткоинов. То есть вот здесь вам показывается именно все на биткоинах. Но так как многим людям это сложно, многие вообще не связывались никогда с этой валютой, то здесь есть примерный перевод в доллары. Почему в доллары? Потому что один биткоин у нас равняется 400 долларов. Поэтому мы будем также просчитывать в долларах. Это гораздо удобнее. Но здесь я сразу скажу вот такое вступление, что это валюта. И валюта это варьируется. На сегодня один биткоин равен 420 долларов. Ранее, год назад, он был 200 долларов. И в конце этого года, сейчас у нас март 2016 года, в конце этого года есть вариант, что один биткоин будет равняться 600 либо 800 долларов. То есть здесь доходность увеличится уже полтора, а то и в два раза. Поэтому суммы здесь, я сейчас вам рассказываю, только приблизительные. На уровне сегодня какой у нас курс. Итак, поехали, мы будем с вами считать. Итак, у нас вход в первую площадку. Сразу говорю, что работаем мы тремя аккаунтами, то есть мы входим золотым треугольником. Вход у нас не 2 доллара получается, а уже 6 долларов. 6 долларов. Далее, что же мы имеем на выходе? У нас здесь требуется заполнить 62 человека. Сами видите, мы работаем по 3, соответственно, мы делим на 3. И у нас приблизительно 21 человек нужен нам в структуре. Таким образом, мы быстрее закрываем наши площадки, и таким образом мы получаем уже тройную выгоду. На выходе мы зарабатываем 62 доллара, умножаем на 3, так как у нас 3 аккаунта, это получается 186 долларов. Здесь происходит мгновенный реинвест. Что это значит? Вы встаете снова в первую площадку, отдавая ту же самую минимальную сумму. 2 доллара, у нас 3 аккаунта, получается мы отдаем 6 долларов. Чистая прибыль у вас получается здесь равна 186, вот здесь, да, 62 на 3. Мы уже просчитали вот здесь выше. Минус 6 реинвест, 180 долларов. Это ваша чистая прибыль. Вы можете забрать ее на руки, а можете перейти уже во вторую площадку. Что происходит здесь? Давайте смотреть. Но не забывайте, что ваши 6 долларов, пройдя всю цикличность, они снова начинают работать. То есть вот это вы получите многоразово. Это ваш многоразовый доход. Он будет уже независимо от вас приходить к вам. Следующий момент. Если вы решили перейти на вторую площадку, вы видели прекрасно, что мы заработали 180 долларов. Вход во вторую площадку у нас составляет 25 долларов. Мы заходим тройным аккаунтом. Итак, чистая прибыль с первой площадки получается у нас 105 долларов. Вы забираете себе на руки. При этом ваша первая площадка работает, она также прокручивается и независимо
от этого будет вам приносить ваши $180. Вы зашли, теперь смотрим вторую площадку, во вторую площадку. Здесь уже нужно 30 человек. У нас, мы не забываем, да, тройной аккаунт, значит, нам нужно 10 человек. Прошу прощения. 10 человек. Для того, чтобы закрыть нам вторую площадку, нам не нужно сюда уже приглашать. Мы вспоминаем, что в первой площадке уже есть наши партнеры. Мы помогаем их перевести во вторую площадку. Не зовем, не ищем новых людей, никого не приглашаем во вторую. У нас есть наши люди, которым мы также должны помочь заработать $180. Когда люди зарабатывают, они переходят автоматически к вам в площадку. При этом вы зарабатываете на данной площадке выход $400. Это получается тройным аккаунтом $1200. Вы зарабатываете. Не забываем, здесь происходит автоматически также реинвест, то есть 1200 минус 25 умножаем на 3, это $75. Мы получаем чистую прибыль $1125 каждый раз прокрутки второй площадки. То есть ваша площадка прокрутилась первый раз, да, вы получили свои 1200, у вас мгновенный реинвест, $1125 у вас остается на руках. Переходим дальше. Дальше у нас есть третья площадка. Смотрим, что происходит здесь. $1125 у нас была чистая прибыль со второй площадки. Первую мы сюда уже не плюсуем. Мы будем рассматривать конкретно площадки. В конце вы сможете просто плюсовать вашу общую доходность. Итак, вход в третью площадку равен $200. У нас тройной аккаунт, итого $600. И здесь на выходе у вас уже чистая прибыль на руках, останется $525. Здесь вы видите 14 человек, уже нам надо уже не 30, не 62, как вы знаете, наверное, что обычно при переходах оно в маркетингах люди должны увеличиваться, да, в объеме. Здесь они увеличиваются только в первой площадке. В следующих площадках вам увеличение людей не нужно. То есть вместо 20 человек 62 у вас не стало 128, да, и в третьей 280 вам не стало. Вам нужно еще меньше людей. То есть приблизительно 5 человек должно к вам перейти со второй площадки на третью. Всего лишь 5 человек, 5 золотых треугольников. Мы заходим тройным аккаунтом. Почему, я уже объясняла. И при этом закрываться площадки ваши будут просто мгновенно. Далее. Ваша чистая прибыль $525 вы забираете на руки. Выход с третьей площадки это $1600. Тройным аккаунтом это получается $4800. Автоматический реинвест $600 вы отдаете минус вашу чистую прибыль. 4800, итого у нас получается 4200. Вы будете всегда зарабатывать с третьей площадки. То есть вы реинвестировали, площадка снова крутится. Причем, обратите внимание, чем меньше людей, тем ваши площадки, которые выше, да, по значимости, вторая, третья, они будут закрываться гораздо быстрее, чем первая. И доход вы будете, соответственно, получать чаще больший, чем меньший. Так, смотрим, да, 4200 у нас чистая прибыль. Все, мы заработали, мы реинвестировали. Переходим далее. Четвертая площадка.
Ну, здесь механизм просчета вы уже понимаете сами. 4200 у нас осталась чистая прибыль с третьей площадки. Вход в четвертую площадку, прошу прощения, у нас $825 тройным аккаунтом. Это будет 4200 минус у нас здесь 2475. То есть давайте даже возьмем калькулятор, чтобы нам не ошибиться. 825 мы умножаем на 3, это будет 2475. Минус 2475, и на руках у нас тогда останется минус 4200, 1725. Это чистая ваша прибыль, она остается. То есть вы реинвестируете в новую площадку всего один раз. Так, смотрим, что у нас осталось. 1725 долларов чистая прибыль. Выход здесь 3300 на 3 аккаунта, это 9900 долларов. Здесь уже нужно 6 человек, то есть всего лишь 3 на самом деле человек. 2 человека, прошу прощения, 6 мы делим на 3, тройной треугольник, да, 3 аккаунта, 2 человека помимо вас вам нужно, то есть здесь остаетесь вы, и к вам еще с третьей площадки приходит 4 человека, всего лишь навсего, ребята, это, ну, просто колоссально. Смотрим, на выходе мы получаем 9900, автоматический реинвест, минус, у нас мы посчитали уже 2475. Давайте опять включим калькулятор, чтобы нам не запутаться. 9900, цифры уже совсем пошли другие. На выходе чистая прибыль 7425. Это всегда будет прибыль с этой площадки у вас. То есть площадка закрылась, 9900 минус реинвест 7425. Вы всегда будете получать на руки. Даже после того, как вы перейдете, то есть, ну, со второго круга, если здесь вы проплатите сейчас пятую площадку, то в дальнейшем ваша прибыль будет такова. Именно с этой площадки. Что ж, мы получили нашу чистую прибыль. Рассматриваем пятую площадку. 7425 долларов наша чистая прибыль составила с предыдущей площадки. И мы видим, да, что уже вход на пятую площадку у нас составляет 1730 долларов тремя аккаунтами. Что мы здесь получаем? На самом деле, могу сказать вам, цифры очень большие, потому что они в долларах. Если вы посмотрите левую часть таблички, то суммы здесь очень маленькие. То есть 4 биткоина, на выходе 69 биткоинов. 70 биткоинов. Сумма на самом деле, что такое 70? Смешная сумма. Но мы сразу просчитываем в долларах. 1 биткоин равен приблизительно 400 долларов округленных. Плюс-минус он варьируется. Мы считаем 400. Хотя он сейчас уже на сегодня 420. Итак. Смотрим, что мы получаем. 1730 умножаем на 3 аккаунта и минус 7425. На руках у нас остается 2225. Так, сори, 2235, прошу прощения. 2235 – это ваша чистая прибыль со входом на пятую площадку после четвертой площадки, но она у вас также крутится. Выход на четвертую у вас останется вот таким же. Вам больше не нужно проплачивать вход на пятую площадку. 2235 чистая прибыль. Вы ее забираете себе. Смотрим дальше. Здесь нам снова нужно 62 человека. Так как у нас
тройные аккаунты, то есть приблизительно снова 21 человек. Что происходит? Мы подтягиваем хвосты со своей первой площадки. Мы опять тянем всех людей. Что здесь очень важно, дорогие мои? Здесь не важно, где находитесь вы. Очень важно то, что ваши люди, они тоже должны заработать. Когда заработают они, заработаете вы. Здесь нет такого, чем выше ты, ты король, да, и ты зарабатываешь баснословные деньги, как везде обещают. Пока ваши люди не заработают этих денег, не заработаете вы. То есть вы должны в первую очередь помогать своим партнерам, тянуть хвосты своих партнеров. На пятой площадке именно это и происходит. Но здесь уже смотрим. Выход здесь у нас уже 138 биткоинов или приблизительно 55 тысяч 300 долларов. Это у нас тройной аккаунт. Мы здесь снова берем свой калькулятор, 55 300 умножаем на 3, это 165 900 долларов. Вы получаете чистую прибыль, вы уже сюда вложили деньги, но происходит опять реинвест. Хотите вы этого, дорогие мои, или нет, вам проект не даст остановиться, он вам будет всегда давать зарабатывать. Если вы даже сказали, я не хочу больше дальше идти, проект вас, вам даст заработать снова. То есть вы ушли, вы больше не работаете, вы забыли. Вы можете через месяц, через два зайти и увидеть, что у вас здесь сотни, десятки тысяч долларов. Потому что помимо того, как вы ушли, другие работают. И ваши прежние площадки, они реинвестируются и снова приносят вам прибыль, которую мы с вами уже просчитали. Итак, 165 900 минус реинвест 1730 умножаем на 3. Так, я не записала эту сумму, да? 1730 умножаем на 3, это 5190 у нас получается реинвест, минус 5190 равно минус 165 900, 160 710, это чистая прибыль с пятой площадки, которая у вас будет регулярно. То есть я говорю, если вы даже уйдете, реинвест у вас произошел, остальные люди работают, вы заходите сюда через месяц, может через два, через полгода, у вас здесь будут просто баснословные деньги. Всего лишь нужно проделать этот путь. Ну что ж, пять площадок мы рассмотрели. Впереди у нас еще очень две важные площадки. Но сейчас начинается еще очень важный момент. Смотрите, мы считали с вами все площадки. Здесь я, если вы заметили, ни разу не сказала, что нам нужно заплатить за сервис, что нам нужно заплатить за сайт, да, за обслуживание, что нам нужно сделать какие-то вклады, либо что-то. 100% пошло в сеть, пошло к вам, к вашим партнерам, к вашим спонсорам. 100% вы не отдали никому ни копейки, ни центика, ни сатошечки, ни одного биткоина. Теперь начинается виповская зона, как я ее называю, да? Ваше право на этих пяти площадках остановиться. Вы видите, на самом деле это баснословные деньги. 160 тысяч 710 долларов. Вы можете умножить на курс той валюты, в какой стране вы живете, либо Украина, Казахстан, Беларусь, Россия. Это... Здесь партнеры могут быть любых стран, Америка, но это уже опять доллары, да? То есть это международная компания, международный проект, он огромен и он разрастается с каждым днем. Умножайте, смотрите. Но самое интересное, начинается VIP-зона. Вход в эту зону единожды 10 биткоинов. Это... Оплата, да, действительно, пойдет там сервиса, обслуживание и всего прочего. Но самое важное – это копейки. Администрация, в принципе, все берет на себя. Они такие же простые участники проекта, и они уже сами за этим следят. Что такое 10 биткоинов? Что сюда входит?
сюда входят 10 биткоинов или примерно 4000 долларов, да? Сюда входят розыгрыши призов, розыгрыши машин среднего класса и люкс-класса для следующих двух площадок. Следующие площадки у нас номер 6. Давайте смотреть, что у нас получилось. Вспоминаем, 160 710 долларов у нас осталось. 160 710 долларов у нас осталось чистая прибыль с пятой площадки. Если вы зашли в VIP-зону, вы хотите участвовать в 6-7 площадке и получать шикарнейшие призы, выиграть автомобиль, да, возможность получить, выиграть автомобиль, отдали 4000 долларов, вы зашли на шестую, идете к шестой площадке, давайте посчитаем уже точно, плюс 4000 долларов, это 156 710, курсор, 156 710 долларов, да, у вас на руках, вы пришли к шестой площадке. Вход на шестую площадку равен 22 тысячи долларов или 55 биткоинов. Тройным аккаунтом это получается 66 тысяч минус 156 710. Это наша чистая прибыль после пятой площадки. Составит 156 710 минус 66 тысяч 90 710 долларов. Это останется ваша чистая прибыль. Теперь смотрим чисто шестую площадку. Нам нужно снова 14 человек. Те люди, которые тоже захотели участвовать в розыгрышах, захотели пойти в шестую площадку за еще большими деньгами, потому что шестая площадка снова будет реинвестироваться, а деньги здесь крутятся совершенно уже другие. Они пришли за вами, да, эти 5 человек получается. Вы снова здесь совершаете реинвест. То есть 176 тысяч – это ваша чистая прибыль на выходе с шестой площадки. Тремя аккаунтами минус реинвест 66 тысяч. Чистая прибыль с шестой площадки у вас будет, умножаем на 3, минус 66 тысяч, 462 тысячи долларов. Просто… Я не знаю, как у вас, у меня, может, заметно, может, голос даже дрожит, и даже уже сейчас дрожат пальцы рук, потому что набирать эти суммы, считать эти суммы, ну, это просто потрясающе. А когда вы еще начнете этими суммами владеть, вы, наверное, вас не только будет потряхивать. Итак, 462 тысячи долларов. Следующее мы идем, то есть эта прокрутка постоянная будет, вы уже это понимаете, цикличность вы уже, думаю, рассмотрели суть. 462 тысячи, мы идем на седьмую площадку, 90 тысяч вход, то есть тройным аккаунтом минус 270 тысяч, в итоге мы получаем 192 тысячи чистой прибыли с остаток с той площадки. Она также будет крутиться, она также принесет доход в 462 тысячи долларов. Снова пойдет реинвест и так далее. Наш доллар. Смотрим, что мы получаем на выходе. На выходе мы здесь получаем, у нас также 14 человек, то есть мы подтягиваем своих людей с шестой площадки, мы им помогаем. Они приходят, они также зарабатывают, и зарабатываем мы выход на этой площадке. Я даже вот так сделаю, умножить на 3, это равно 720 тысяч, умножаем на 3, это получается 2 миллиона 160 тысяч, 2 миллиона 160 тысяч.
тысяч долларов. Это чистая прибыль с прокрутки первой, два раза седьмой площадки. Снова реинвест. 2160 тысяч минус 270. Каждый раз с этой площадки вы будете зарабатывать. Минус 1, там 0,70. 189 тысяч. Вот здесь еще один 0. 189 тысяч долларов вы будете зарабатывать. Прошу прощения, опять я не так посчитала. 1 миллион 890. Боже мой, как же я так обсчиталась. Думаю, что это цифры очень маленькие. 1 миллион 890 тысяч вы будете зарабатывать в седьмой площадке, прокручивая ее. Сколько раз она у вас прокрутится, это неизвестно. Может один, может два. Даже если всего лишь один раз вы ее прокрутите, да, может быть два раза прокрутится она. То есть 2 миллиона 160 тысяч плюс 1 миллион 890 тысяч равно плюс 2 160 4 миллиона 50 тысяч. 4 миллиона. Я прям не могу остановиться, мне так и хочется считать и считать сегодняшний курс. Я знаю по России, что был он 71,9, но переводы вы не забывайте, комиссия она никуда не делась. То есть я приблизительно умножу это всего лишь на 70. Считаем. Раз, два, три. Это 283 миллиарда 500 тысяч. Так, я хочу это выделить красным цветом. А, 283 миллиарда 500 тысяч. Это будет в рублях. Рублей. Вот такие вот деньги ждут любого человека, кто придет в этот проект. Вы можете закончить первую площадку, сказать, мне прибыли 180 долларов, хватит. Либо вы можете закончить вторую площадку и сказать, что 1125 долларов плюс 180 для меня это потолок, мне больше не надо. Либо с третьей площадки сказать, что 400-200 тысяч долларов меня устраивает. Тем более, что у меня 1125 есть, до 180. Либо 7425 вам достаточно уже, и вы не хотите ничего другого. Либо 163 425 плюс 7425 плюс 400-200 плюс 1125 плюс 180. Вы уже миллионер. Вам этого достаточно? Считайте. Смотрите, вы видели мой калькулятор включенный, вы прекрасно видели все суммы. Я хочу сказать вам добро пожаловать. Меняйте свое будущее, меняйте именно в Редексе, потому что ни один проект, ни одна компания в мире не даст возможности вам заработать такие деньги. Поверьте мне, я изучила миллионы маркетингов, на данный момент их столько и есть, их миллионы проектов, стоящих компаний, но ни одна в мире не дает возможность заработать таких денег, потому что это проект не рублевой, не долларовый, он проект биткоинов. И не забывай мои первоначальные слова, что биткоин, дай бог, то есть мы ждем этого, скорее всего так и будет, потому что с каждым годом он только увеличивает свой оборот, и он растет, эта валюта увеличивается, с 200 она стала 400, и если она станет 800 или 600 долларов, вы можете посчитать свой доход, умножив на 1,5 или на 2 раза. Ну что ж, спасибо всем за внимание, с вами была Елена, партнер компании Redex. Всем добро пожаловать, всем удачи, пока!